Представители руководства территориальных органов уголовно-исполнительной системы из Приволжского и Уральского федеральных округов, всего около 70 человек, приехали в Мордовию набраться опыта. На базе республиканского УФСИН проходит учебно-методический сбор по вопросам трудовой адаптации осужденных и организации производства на территории исправительных учреждений. Мордовская пенитенциарная служба по этим показателям одна из лучших в стране. У нас работает порядка 70% подлежащих трудоустройству осужденных. В целом по России этот показатель на уровне 40%. Эти цифры озвучил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Рустам Степаненко. В рамках сбора он посетил исправительную колонию номер 2, где проходила практическая часть обучения. Конечно же, цель – это прежде всего развитие внутрисистемного производства, создание новых рабочих мест. На сегодняшний день процент привлеченных к труду осужденных составляет около 40%. Мы планируем хотя бы на несколько процентов в течение 2019 года увеличить это количество. Понятно, что прежде всего это сдерживается развитием производственной базы. К сожалению, она у нас на 78% изношена. И, конечно же, низкой квалификацией рабочей силы. С этой целью мы производим обучение в наших учебных заведениях, которые находятся на территории исправительных учреждений. Контролируем распределение прибыли, полученной от производственного процесса, чтобы она прежде всего шла на развитие производства и приобретение нового оборудования. Вторая колония, как пример для обучения, очень удобна. Здесь есть и традиционное швейное производство, работающее по полному циклу. Можно посмотреть, как разливают знаменитый лимонад «Двоечка», а при желании даже посетить молочно-товарную ферму и цех по разливу молока. Все это участники сбора и проделали, разбившись предварительно на группы. А накануне полным составом учились друг у друга строить взаимоотношения с местной властью и бизнесом. Главная наша задача, первое, это развитие собственных производственных мощностей за счет прибыли, которую мы получаем от производственной деятельности. Второе, это привлечение бизнес-сообщества, бизнес-структур, как на производственной площади, которая у нас есть на территории учреждений, так и на производственные мощности, которые то же самое у нас находятся на территориях учреждений. Для того, чтобы проиллюстрировать результаты нашей работы, я скажу, что только за 2018 год на 13% увеличилось количество услуг, которых мы оказываем бизнес-сообществу. В Мордовии находить партнеров за пределами зоны умеют. Среди заказчиков силовые структуры и крупные корпорации. Местный бизнес тоже все охотнее размещает свое производство на площадях и мощностях исправительных учреждений. Исходя из нашего географического положения, да, Мордовия находится практически в центре страны. В центре страны небольшая удаленность от крупных бизнес-центров: Москва, Рязань. Очень удобная логистика, очень удобная логистика. И первоначально наше производство именно было задействовано на работу с коммерческим структурам. Загружены на больше полгода, загрузка уже имеется, контракты уже подписаны на 2019 год, они как подписаны уже с бизнес-сообществом, так и имеется загрузка и на внутрисистемную продукцию. Учебно-методический сбор на базе мордовского УФСИН продлится 3 дня. В пятницу его участникам предстоит продемонстрировать, чему им удалось научиться. Их ожидает итоговый тест. Павел Степаненко, Владимир Ильин. Наши новости из Иваса.